Вот по-любому каждому из вас интересно, когда он добавит красные штаны ангела и когда вообще добавит нам такую топовую ветровку ангельскую. Вот 100%. У вас по-любому есть такие вопросы. Нажимайте на лайк, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании, и также на инстаграм. В общем, давайте начнем. Покажу вам в этом видео просто топовую тему. Давайте приступим, а вы в комментариях напишите, как думаете, когда у нас это выйдет и сколько алмазов нужно слить будет на это. Оп, секунда, чтобы вы понимали, что все серьезно. Ну, сразу зайдем сначала и покажу вам, что есть интересно. Во-первых, вектор Циан Ульдера. Это новый скин на вектор, это просто писец. Два дамага. Вы просто понимаете, что это? Это будет просто капец. Два дамага, это, ребят, это не шутки. Это не шутки, это новый скин. Дальше. MP5 вампирский, у нас он был. Это тоже было. Это, кстати, скин из брут, который, по идее, мы должны получить, возможно, бесплатно. Дальше. Ну, кстати, гелик. Вот такой вот. И узорная скалка, которую мы получали, по-моему, бесплатно. Дальше. Скин другой игры. Кстати, 100% у нас будет. Ну, я думаю, что все это хотят узнать. Кстати, ё-моё, это что? М10, морской воздух. Какой-то скин. Вау. А красивый, ё-моё. Слушайте, а красивый-то, ё-моё. Два дамага, один перезарядка. Охренеть, стоп. Это что такое? 10%. Вот все ради вас делаю. Процентов 10 осталось, ребят. Лайкос. Окей. Нажимаю сюда. И то, что вы видели на превьюшке, у вас сейчас перед экраном. Короче, это ангельское худи. Худи я обожаю. Вы можете заценить его в моем инстаграме. Заходите обязательно. Вот. И, кстати, перед тем, хочу показать остальное, хочу сказать, чтобы вы зашли в мою гильдию. Если вот у вас там есть подруги, вы можете их отправить к нам, потому что у нас, в принципе, мы девушек принимаем. Хотя бы у них должно быть 2 ОС, и ОСГ не важно. Ну, плюс 17 лет, естественно. Вот. Ну и пацаны, если у вас там статистика вообще бешеная, какая-то там звезд 250, вас тоже возьмем. Короче, ангельское худи выглядит примерно вот так. Так оно выглядит поближе. Довольно-таки неплохо. Выглядит довольно-таки зашибись. Вот, как жизнь чисто худи выглядит реально. Я бы такого же не хотел худи, вот 100% реально. Вот, думаю, тоже вы хотели бы такой худи. Дальше, штаны ангела. Они выглядят примерно вот так. И самое, что необычное, это ангельские очки. Какие бы ангельские очки, я не понимаю, как это можно было придумать. Просто вот как это можно было прийти в голову, чтобы взять ангельские очки, блин. Просто писец. Окей. Есть еще тема такая, как ангельские кроссовки. Ну, это, кстати, такая довольно-таки нормальная тема. Прикольная. Выглядит, зашибись. Вот так вот. Дальше что-то тут есть, это лутбоксики, но лутбоксики ни о чем, просто здесь, в принципе, скины, умпа-лумпа и так далее. А здесь появление, ну, оно было, то есть у нас оно уже вышло. Но тут такой вот есть бронзовый конь, кстати, прикольный. И, естественно, раскраска лошадь, тоже довольно-таки интересненькая тема. И, вау, какой он классный. Это утка по-пекински. Скин. Дальше, в принципе, тут, думаю, ничего такого интересненького нет. И золотой джекпот. В принципе, на этом все. В следующем видео покажу другие события. А вы зайдите в мой телеграм-канал, инстаграм и гильдию. И нажимайте на лайк. Все. Всех обнял, поцеловал. Увидимся в следующем видео, ребята.